Rifta u xie jedi vret u raħ għalimu li l-nixmat kolin s-farmi bi xnana mara Mordechai ben Tamar, mara Moshe Kozdi ben Yocheved, għastakata misr u fuqata misr u fuqax ma fsimu jivrejt s-man rodu. Parla ġajm fokul Israel la jom rixon, parashad lef laħar la jom rixon, na mas krisenja, mizgonċ li Torah nevim ktuvim im mishnayot, si ċas pirħuħem gmara gmara na sibodnja, eta gmara traktat brachot, list 18, stranica 1, gavarit gmara. אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלווהו עובר משום לועג לרש חרב עושהו שאם זה עושה חסד רק לעשיר ולא לעני מראה שעושה חסד רק ומי שמצפה ממנו תשלום ומחרף את השם שאמר ישלם שהשם על השם ישלם לו ולזה אינו גומר חסד עם המת שהמת לא ישלם לו גברית גמרא סקזל רחבה סוסלוב רב יהודה צ'לווקטור וידית וסופשווה и не провожает его, он нарушает то, что написано в Мишле, «Ло эгла раш херев осеу», что он как бы пренебрегает, он смеется над бедным и вредит его Создателю, то есть Всевышнему, не дай Бог, потому что что он делает? Он помогает только бедным, он провожает только богатым, от которых он ждет чего-то обратно. Бедный ему помочь не может. Поэтому он ему, его и не провожает, не исполняет с ним мицву. Дальше говорит, Мара Амар Ваше, Алла Вакатуву, мер, про него написано, там же в Мишле, Мальве Ашем Хонен Дал, Умхабдо Хонен Эвьон. Что переводится? А Всевышний благодарит тех, кто милостивый над бедными, и уважает, которые добросердечные к нищим. Крибе мальве да мако мише хонен эн дал, ве эн леха дал минамет. Он говорит, кто это? Он говорит, как бы уважает или одаривает Всевышнему тот, кто провожает мертвеца. Самый бедный кто? Мертвец. Кто-нибудь беднее его есть? Все, умер бедный. Ва мальве отоки, ве хамальве. Ото киру мальве дамаком. То есть провожающий бедного, вернее, перейти, провожающий Всевышнего, он написано так. Провожающий Всевышнего, мальве ашем хонен дал. Всевышний провожает того, кто милостивый над бедным. Умхабдо хонен эвьон. Поэтому он говорит здесь, тот, кто провожает бедняка, как будто провожает Всевышнего. Дальше говорит гмара, Раби Хия ва Раби Йохана, Йонатан, Хаву, Шакле, ве Азле. Они шли вместе. Бевета кварот, и они шли вместе по клад, на кладбище. Хава каждая техельте де раби Йонатан. Цициот раби Йонатана волоклись по могилам. Тянули за ним по могилам. Были длинные, шли по могилам. Тянули за там по могилам. Амали раби Хия дайле. Сказал ему раби Хия, подними свои цициот. Где шело юмру ле махар баине целену, ве ахшав мехарфинотану. Чтобы те, которые здесь лежат, не сказали, завтра они придут к нам, а сегодня над нами смеются. То есть, что они показывают, который зашел с цицит? Он говорит, смотри, я могу исполнять цицит, мицвот, а ты нет, а вы нет. Амарле уми, яде, кулехай. Он его спросил, что они что-нибудь знают, они же там лежат, они что-нибудь знают, что ли, что происходит на земле? Вехакетив написано, вахаметиме нам йод имя ума, в коэлет написано, а мертвецы ничего не знают. Амарле он ему ответил, им карита лошанита. Он говорит, если ты это читал, то ты не повторял то, что ты изучил, то, что ты прочитал это в коэлет. И не подумал, не размыслил над этим. Вим шанита лошилашта. А если ты повторил его один раз, ты третий раз не повторил, ты не повторил его. Вим шилашта лопиршулах. А если ты повторил в третий раз, три раза это все повторил, то тебе не объяснили правильно. Почему? Потому что начало пасука написано «Киахаим йод им шеямуту, элу цадиким шебиминатан никраим хаим». Написано, что праведник, живые знают, что они умрут. Это праведники, которые даже и во время смерти, после смерти называются живыми. И объясняет здесь Мишнат Аарон «Ума йод им шеямуту, нот ним, элибам йома мита, умошки меда емина авера». Что значит «праведники знают, что они умрут»? Они знают, что придет день, когда они уйдут из этого мира, поэтому из-за этого они не грешат, отдаляются от грехов, зная, помня о днем смерти, помня о днем смерти, о дне смерти. Уршаи, именно мы йодим и умаджимусим, ацмам, кей, нам йодим и хотим, а
А злодеи не знают ничего. То есть они притворяются, что ничего не знают, что не хотят знать. В чьей марке написано «Увнаяху беньояда ишхай рав пеалим мекапциэль». Ху хика эчне ариэль муав веху ярад вика эдха ари бетоха бор бейома шалей. Написано был у Шлома Амелеха полководец Бенаяху Бен-Яуяда. Был выдающийся мудрец Торы. Написано про него так: Бенаяху Бен-Яуяда Иш Бен Ишхай. Бен Ишхай считал, что он его Гильгуль. Его, он назвал себе в своей книге Бен Ишхай. Его звали Рав Йосеф Хаим. Но это было его прозвище, псевдоним, под которым он писал свои книги. Он говорит: Бенаяху Бен-Яуяда Бен Ишхай. Он говорит: Бенаяху Бен-Яуяда Бен Ишхай, сын мужчины живого, рав пеалим, много чего сделал, мекапциэль, собирал, ху ика эчне ариэль, он побил, убил двух львов, если можно сказать, моав, моавитян, ве ху ярад ве ика эт ха ари бетох ха бор бе йома шалик, и он спустился и побил льва внутри ямы в день снега. Что это пасук говорит? Он говорит так. Говорит Гемара, объясняет так. Бен Ишхай атукуле альма бне мету нинху. Он был Бен Ишхай, он был живой человек. Все остальные считают по сравнению с ним как мертвецы. Или спрашивает он, говорит, он сын человека живого. А что, все остальные люди, все остальные сыновья, они сыновья мертвых, что ли? Почему написано про него Бен Ишхай? Все дети живых. Почему написано про него Бен Ишхай? Куле альма бне мете нинху. Эла Бен Ишхай шафилу бемитато карут хай. Почему написано Бен Ишхай, что даже после смерти он назывался живой? Бенаяу Бен Яуяда. Рав Пеалим. Такая у него книга, у Бен Ишхай есть книга, которая называется Рав Пеалим. Есть книга, которая называется Мекапциэль. Шериба векибец пеалим на Тора. Что он много занимался Торой и собирал много Торы. Веуй качне Ариэль. И он, сказали, побил или наказал и ударил двух львов, что это Ариэль. Зе бета мигдаш шенемар хой Ариэль, Ариэль, Кирьят Хана, Давид. Муав альшем шибнао Давид, атэ мирову хамовия. Что значит два Ариэля он побил? Он говорит, Ариэль, лев, это называется бета мигдаш. Муав, это имеется в виду Давид, который был внуком муавитянки. А говорит Гемара, Муав и Ишпиль эда шаним шель дород мишнек мигдашим. Шело ниах кемото лубы мигдаш решон веру мигдашени. Такого мудреца, как Бенаяу Бен Яуяда, не было ни во время первого храма, ни во время второго. Такой был он выдающийся. Вегу я рад вейка эда ари бето хабор бе йома шалек и кадамре де ватар гизире де варта. Ты хочешь бара на керек шекорим. Что это значит? Он спустился и побил льва во время снега в яме. Есть, которые говорят, что он, для того, чтобы была у него духовная чистота, спускался в микву зимой, разбивал лед, чтобы окунуться там. Вехайну бьем машалик, то есть в день снега. Венахат ветава лекирьок дель асук батора. То есть, когда у него было, если у него было семидвижение, неважно, от связи с женой или непроизвольное, он окунался в микву даже зимой, даже в ледяную микву, чтобы очиститься и изучать Тору в чистоте. Викадамре, детана, сифра, деверав. Коротко, они бьема деситав, бьема гешем. Есть, которые говорят, что нет, он изучал книгу деверав, это книга Торат Куаним, в дождливый день. Это гмара на сегодня. Зор на сегодня говорит так. Лех леха мерцеха, говорит Тора, это зор, пошел лех леха, 76 страница, лист второй. Написано в Торе, лех леха мерцеха, иди для себя из своей земли. Раби Аба Патах, левеер лама ниткарев Авраам беютер, ниткарев ве амар кетив шиму элай абире лев арфуки мицдака. Раби Аба говорит так, объяснить нам, почему Авраам приблизился ближе всех. Написан пасук, который говорит шиму элай абире лев, слушайте меня, сильный сердцем, бесстрашный, арфуки мицдака, который далеко от цдаки. Шиму элай абире лев. Что значит слушайте меня сильным сердцем? Кама кашели бамшел рашаим, насколько говорит твердо сердце злодеев. Шероим шевиле пенимиюта Тора, они видят глубины пути в Торе, ведархе ниглота Тора,
и видят открытые пути вторые, в энам и дбуниним умистаклим бахем, но они на них не смотрят, о них не размышляют. Велибам хазак шеенам хоским, хозрим бичува, эцер адонам, и сердце их твердое и сильное, и они не возвращаются в чуву к своему господину. Веникраим абиреле вархоким мицдака, они называются сильные сердцем, далекие от цдаки. Мишум демитрахаким минатура, они крет цдака. Почему? Потому что они отдаляются от Торы, которая называется цдака. Раби Хизкия Амар объясняет этот пасук, он говорит так. Они отдаляются от Всевышнего, и они далеко от Него. Поэтому они называются сильные сердцем, далекие от цдаки. Раби Аба сказал, они отдаляются от Торы. Раби Хизкия говорит, они отдаляются от Всевышнего. Шеэйнам руцим литкарев легабе акадош баруху, шенихра цдака шекола улам низон мицдакато. Что они не хотят приблизиться ко Всевышнему, который называется цдака. Почему? Милосердие. Потому что милосердию благодаря милосердию Всевышнего питается весь мир. Бишвильзе хем рахуким цдака. Поэтому они далеки от цдаки, далеки от Всевышнего. Дальше говорит, кеван шем рахуким цдака, хем рахуким мишалом. Так как они далеко от цдаки, а Тора от Всевышнего, они далеки от мира. Мидат цдака и тиферет, мидат шалом и есод вегуф брит. У них нету мира, дихтив, как написано. Эн шалом арамар адонай ларшаим. Нет мира для злодеев, сказал Всевышний. Или нет мира, сказал Всевышний для злодеев. Майтама, почему, в чем причина, что у них нету мира? Бишвиль шеем рахуким мицдака, потому что они далеки от цдаки. Дальше говорит Зоар. Тахазе. Авраам раца литкарев лакадош баруху, вениткарев. Авраам хотел приблизиться ко Всевышнему и приблизился. А Дауд Ихтив, как написано, «Ахава, ахавта цедек, ватисна реша». Ты любил цедек, справедливость, и ты ненавидел зло. «Бишвиль де ахав цедек, весана реша, иткарив лицдака». Так как он любил цедек, справедливость, таку, и ненавидел зло, он приблизился к цедаке. «Цедек и мидад малхут». «Кши ахав это малхут, ниткарив лицдака тиферет, а митхабер има». То есть он говорит, цедек это сфера малхут, так он ее любил, он приблизился к сфере Тиферет, великолепию. Вальда Катив, про это написано, Авраам Оави. Всевышний говорит, Авраам мой любимец. Лама Никара Оави. Почему называется Оави? Оави, потому что написано дальше, Ахавта Цедек. Ты любил Цедек. Ахават Рахимута Декуша Бериху. Он говорит, Ахавата Кадош Баруху Шахавото Авраам Йотер Микол Мне Доро. Что Авраам любил Всевышнего больше, чем любой в его поколении. Шаю абирелев, они были твердые сердцем. Вехем рахуким акадош баруху, шенекра цадака, камуша аману. Они были далеко от Всевышнего, который называется цадака, как мы уже говорили. Раби Йосиф Патах, Раби Йосиф объяснял так. Ма едидут мишкенотеха, адонай цеваот. Что это значит? Сколько едидут, приветствия, добра, дружелюбия, мишкенотеха, твой мишкан, Всевышний Бог воинств. Говорит, что это кама, ишлахем ливне адам, неистакелю, литбонен баавудада кадош барахуля, асот карау. Сколько люди думать должны и размышляют, как служить Всевышнему правильно. Шаре кольмне адам ло йодим вело машгихим альма омеда улам. Потому что все эти люди не думают, не размышляют о чем, на чем держится мир. Вальмаем каямим, и почему они продолжают существовать. Кильфамим алиядеки у митцва ахад махрият кола улам лакав схуд. Почему? Потому что исполнением одной митцвы человек может перевесить чашу весов мира в чашу заслуг. Декашер барах кадош баруху эт аулам, когда Всевышний создал этот мир. Аса ашамаим меэшу маем у митарвим ка ахад. Шамаем. Небеса с него, с чего сделаны Молон Уриэль? Эш умаем. Из огня и вода. И воды. Шамаем, эш умаем. И они там смешаны вместе. Белою не крошим. И они не замерзали. Вахарг не крышу. Леомдим беруах эльона. То есть они были твердыми. Затем они затвердели. И они теперь держатся на ветре, на воздухе. Умишам шатал венатал аулам, литкаем ал амудим. И потом Всевышний создал мир держаться на столбах. Ве отам амудим.
Эн амонг дим эле бото руах эле она нискар, а эти столбы держатся на этом, на этом воздухе. Уша аша ото руах мистале кула митрофофиум издазим, когда этот воздух уходит, все они начинают дрожать, меха улам роет, и весь мир дрожит. А да, у дихтив, как написано, хаммаргиз эрес мимкома ва амудея и палацун. Веакол умеда ла Тора. Что это за столбы? Это Тора. На Торе держится мир. Как написано, дехад Исраэль миштадле беорайта, когда еврей кашер Исраэль ба Тора занимается Торой, миткаема улам. Мир продолжает существовать. Веотам амудим вахаданим амудим бимкомам бикюм шалем. И эти столбы, поддерживающие мир, стоят на месте. Если Торы нету, не дай Бог, все разваливается. Тахазе бумре бешаше не торе рхацотарару. Смотри, когда пробуждается полночь. Вакадош Барух у них нас леган Эден и Ишташе, им ацадыким, и Всевышний заходит в Ган Эден, чтобы быть там с праведниками. Коле или ночи в Ган Эден, мезамрин, умшапхин левана, лефана. Все деревья в Ган Эдене восхваляют и поют Всевышнему. Как написано, аз ерну аце аяр. И тогда восхваляют Всевышнего деревья леса. Это Зор на сегодня. Мусар на сегодня, книга Мисефер Хасидим. Он говорит так. Яхред Ашем коль сифтей халакод лашон медаберет гедолот. Всевышний уничтожит все уста, которые гладко разговаривают. Язык, который гордо говорит. Колам сапер лашон ара ки илу кафар бейкар дихтив батре ашер амру лишонен нагбир сапетену итану ми адон лану. Говорит, каждый, кто говорит лашон ара, как будто кафар бейкар. Он отвергает всю Тору. Как написано после этого, что они сказали, ашерамру лешонен нагбир, наши языки мы поднимем, сефатену и тану, наши губы с нами. Кто нам хозяин? Чего хочу, то буду говорить. Боуре кама кохоше лашонара, шену ши урвин нилмад мим раглим ума, шем уму, амуци шем ра альшен шумрин, шумин веруим, ומקפידים בביזיונם, כל המוסי שם רע על חברו, הנוצר בצלם ודמות על אחת כמה וכמה. הוא говорит, посмотри, насколько сильна сила לשון הרע, что нет у него размера и предела. Откуда мы это учим? От разведчиков, которые пришли и сказали לשון הרע о чем? О камнях, о деревьях, которые были в Эрец Исраэль. Он говорит, они не слышат, они не видят, им не важно, они не злятся, если про них говорят לשון הרע. Когда их позорят. И из-за этого разведчики были наказаны за лашон ара о неодушевленных предметах. А тем более, он говорит, если ты говоришь лашон ара про своего друга, который был создан по образу и подобию Всевышнего. Ума и тельнеха лашон ремия, амара кадош баруху ле лашон маэсэ лах кол эварав шел адам и бахуз ве атам и бифним. Говорит, вот то ты будешь говорить лашон ара и обманывать. Что ты с этого выиграешь, говорит. Всевышний сказал языку, что мне, говорит, с тобой делать? Все, говорит, органы человека находятся снаружи, ты один внутри. Велоот эля шетиканти лах штехомот, эхад шел эцем и эхад шел масар. Шел эцем шашинаем и шел масар асфатаем, беру дварим ло яхдал пеша. Вот кроме этого я тебе две стенки поставил. Одну каменную, одну из плоти. Каменная — это наши зубы. Из плоти — это наши губы. И все равно язык не останавливается. לעולם ירבה אדם בשתיקה ועל ידבר כלל, אלא בדברי החכמים או בדברים הצריכים לו לצורך גופו. וצ'לווק должен научиться молчать. Всегда, как можно больше молчать. И говорить только слова мудрецов, דברי חכמים, или то, что необходимо для его тела. אמרו עליו על רב תלמידו של רבנו הקדוש, שלא סך שיחה בתורה כל ימיו. Был רב, мудрец по имени רב, который был учеником רבי יהודה הנשיא. Про него сказали, за всю свою жизнь он ни одного напрасного слова, ни нужного слова не сказал. Коля сахси хатхулин овер баасе, шенемар веди барта бам, вело бидварим ахирим, велава бам и краласе асе. Человек, который говорит будничные вещи, ненужные вещи, нарушает повелительную заповедь Торы, как написано, веди барта бам. Мишмайзра читаем, веди барта бам. Говори о них, говори их, кого? Диврей Тора. Поэтому человек, который говорит, не дай Бог, не Диврей Тора, он нарушает эту заповедь. Бидварим Ахрим, Лаба Баба Микроласе Асе.
ויש אומרים בלאו ועשה שנאמר, כל הדברים יגיעם, ולא יוכל איש לדבר, ואפילו בצרכי גופו לא ירבה. יש תור גברה שלא נרושה את דווי זאפוויזי, עדנו פביליצילנוי, עדנו זפריציצילנוי. כל הדברים יגיעם, לא יוכל איש לדבר, ואפילו כל הדברים יגיעים, לא יוכל איש לדבר, ואפילו בצרכי גופו לא ירבה דברים, כי אם מעד מה שצריך לו בהכרח גופו. Но, как мы сказали, что то, даже необходимо для его тела, пусть человек говорит только столько, сколько, не, сколько нужно. «Вехем дверей Тора Иуды воравшей ладами атим, виньянее мерубим». И даже когда человек говорит «дверей Тора», пусть говорит поменьше, но чтобы там каймок было, чтобы главное говорил, важное говорил. «Вехем нам рухамим ля улам ишне адам ля талмидав дерех цара». И так сказали мудрецы, когда человек учит своих учеников, должен их учить как можно короче, кратко. Авалим деварав мерубим виньянам муатим зейнян кислу сихлут шенемар векор кисил беров деварим. А если где-то много болтает, но там толком ничего нету, это где-то разговоры глупца, как написано, векор кисил беров деварим. Голос глупца в множестве разговоров, в множестве слов. Саяг ла хохма штика. Ограда для мудрости. Человек, который хочет, чтобы у него мудрость была, осталась. Что надо делать? Молчать. Лефиках аль еммахер адам ля ашив, аль ярбе ледабер вегам илмад бешува, ненахад вело цака, вело арихуд шедиври хахамим бенахад нишмаим. Поэтому говорит, человек должен научиться быстро не отвечать, когда ему что-то спросили, или его задели, или его обидели. И даже когда отвечает, много пусть не говорит. И пусть научится отвечать коротко, кратко. Кроме этого, пусть говорит спокойно, не кричит и не слишком не тянет. Почему? Есть высказывание, которое говорит «Диврей хахамим бенахат нишмаим». Слова мудрецов принимаются, когда они говорятся спокойно. Ты хочешь казаться мудрецом, ты хочешь кого-то чего-то научить, спокойно говори. Это мусар на сегодня. Алаха на сегодня, Шулхан Арух, Йоредея, глава 334. Алестрим виарба дварим миннадин это адам ве элуэн. 24 вещи, за которые человека отдаляют, делают его, не дай бог, в недуй. Первое. Гамбазе это хахама филу ля хармото. Человек, который позорит мудреца даже после его смерти. Гамбазе шелиях бедин. Человек, который позорит посланца бедина. Пришли здесь деньги собирают. А, они все мошенники. А, они аферисты. Для себя собирают. И человек, у него есть письмо, есть, он посланник бедина. Хакуре ля хаверо эвет. Человек, который называет своего друга, другого еврея,